Предпринимательство – занятие весьма затратное, как в материальном, так и в эмоциональном плане. Но от этого данная сфера деятельности становится только интересней и с каждым годом привлекает все больше актюбинцев. К тому же, в последние годы в нашем регионе активно реализуются программы кредитования и безвозмездного поощрения тех, кто решился начать свой бизнес. И чтобы вызвать еще больший интерес к созданию своего бизнеса, в нашем городе с 15 по 16 ноября проводится специальный семинар. Особенность программы тренинга – это то, что слушатели получат практические инструменты для создания своего бизнеса. По завершению тренинга слушатели получат знания, навыки, как создать свой бизнес, как определить форму бизнеса, как зарегистрировать свое предприятие. К проведению тренинга приглашены бизнес-тренеры, которые являются аккредитованы специалистами Национальной палаты предпринимателей, которые обладают высоким, большим опытом в деле проведения подобного рода мероприятий. Сегодняшний семинар посетило 90 человек. Бизнес-тренеры отмечают, что для ведения своего дела необходимо обладать гибкостью, чтобы уметь адаптироваться под веяние времени. И на подобных семинарах актюбинцам прививают базовые знания по формированию бизнес-проектов и разъясняют, как полученные знания использовать на практике, чтобы их предприятия в дальнейшем процветали. На этот семинар-тренинг приглашены молодые, начинающие предприниматели, и, соответственно, будут даваться основные базовые знания, в первую очередь, это по личной эффективности как руководителя бизнеса, как решать проблемы, какие есть для этого техники решения проблем, какие есть стили управления и как выходить из каких-то сложившихся трудных ситуаций в бизнесе. Это первый день охватывает данной тематики. Второй день – это уже непосредственно бизнес-планирование. То есть все основные пункты бизнес-планирования, они все будут решать на практике. Им даются для этого специальные разработанные кейсы, практические задания, и я думаю, для них это будет очень полезно. С начала текущего года в Актюбе 1992 предпринимателя получили государственные гранты на общую сумму в 38,5 миллиардов тенге. И на текущий месяц в городе ведут свою деятельность почти 42 тысячи субъектов предпринимательства. Основными направлениями их труда являются обрабатывающая промышленность и сфера услуг. Влад Рогушев, Жасулан Жубаев, программа «Факт».